Друзья, всем привет, с вами Андрей Погорелов, и вы сейчас пишете каждый день очень много постов в Фейсбуке или же ВКонтакте, но кто-то пишет те же самые посты и зарабатывает на этом большие деньги. Например, один человек вот заработал $77, написав хороший пост, причем который не довольно-таки и небольшой, вот такой вот пост. А как этого добиться, как это все работает, сейчас я вам вкратце расскажу, друзья. Итак, есть такая социальная сеть под названием Goos. По сути, она пошла от другой сети, которая называется у нас Steemit. А смысл данных социальных сетей в том, что они первые в мире соцсети, которые децентрализированы. То есть, по сути, которые никому не принадлежат, то есть принадлежат самим пользователям. Соответственно, монетизация данных социальных сетей, она тоже принадлежит пользователям. В случае с ВКонтакте и Facebook, где вы пишете много статей, заводите трафик, рекомендуйте друзьям, делитесь, шерите, постите, лайкайте. Все деньги, всю прибыль от рекламы и монетизации других там сфер, например, приложений и так далее, получают владельцы данных компаний, владельцы Facebook и владельцы ВКонтакте. Если же мы говорим о Goos и о Steemit, то в данном случае все эти деньги получают люди, которые создают контент, да, и люди, которые реагируют на контент. То есть, если кто-то написал пост, и этот пост лайкают другие люди, этот человек этого поста получает больше денег. Например, вот этот пост собрал $77, потому что его лайкнуло там 114 человек, и его отдали свои голоса. Я сейчас тоже могу лайкнуть данный пост, причем дать ему как меньше, так и больше своего голоса, да. Например, дадим 100%. Давайте посмотрим, 77,03, а мы дадим ему на 100% больше. И вот 78 и 73 стоимость поста увеличилась. Вот так это работает. То есть я могу написать пост, и люди отдают свои голоса мне, мой пост растет в цене. Я также могу лайкать чужие посты, увеличив их ценность. И могу лайкать, дизлайкать чужие, точнее могу лайкать, точнее увеличивать стоимость чужих комментариев, если они мне нравятся. Таким образом, я взаимодействую с другими пользователями, и пользователи, взаимодействуя со мной, выбираем те посты и те комментарии, которые ценны для всех. И эти комментарии, и владельцы этих комментариев, и владельцы этих постов, я имею в виду создатели этих постов, да, они получают деньги, они получают реальные деньги, друзья. Так работает так же самое и Steemit. Вот, пожалуйста, есть Steemit, у нас $3000 стоит один пост, который очень людям всем понравился. Вот такой вот маленький-маленький пост, друзья. Он собрал $3764. Эти деньги выдаются в виде Steemit, ну, оно больше, окей. Беру себе обратно, они чуть-чуть побольше. Эти деньги, они выдаются людям, создателям постов, а также людям, которые комментировали и постили в виде так званого Steemit, валюты Steemit. Если мы зайдем сейчас на CoinMarketCap, вот сюда вот, и введем сюда Steemit, валюта Steem, ну, Steem, мы видим, что один Steem стоит сейчас $1, то есть, и он дорожает постоянно. И заметьте, что он дорожает, но, в принципе, здесь люди, которые пишут посты, создают контент, реагируют на контент, они получают свои дивиденды, свои деньги в Steemах. И, естественно, они потом их могут продать на бирже. Вот так это все работает. Также есть на CoinMarketCap еще и валюта с ценности русскоязычный Goos под названием Goos. Вот, и она сейчас стоит на целых $0.86, и она тоже потихонечку растет в цене. Если мы посмотрим на ICO Stats, мы увидим, что те люди, которые участвовали в ICO Goos, это было примерно зимой, вы видите, что они получили уже возврат инвестиций в 400%. Я тоже был один из тех, кто участвовал в ICO. Если мы зайдем на мой кошелек, то мы увидим, что сейчас у меня 75 тысяч голосов и $5126. $5126 на аккаунте. То есть вложил где-то 1000 с чем-то, получил $5000 сейчас уже. Но, кроме всего при этого, если мы откроем вот эту штуку, да, если вы, например, я сейчас, тут еще другие есть валюты, есть тут у нас Goos, сила Goos, золотой и так далее. Чтобы не путать вас, да, не забивать лишнюю информацию, я рекомендую вам перейти по ссылочке в описании. И по этой ссылочке вы перейдете, и если вы тут зарегистрируетесь, открывайте решетку в верхнем правом углу. И тут есть у нас бумага по Goos, добро пожаловать, Википедия и так далее. И читайте информацию сами. Вы очень быстро разберетесь, как это все работает, это очень классная тема. Я хочу сказать следующее, что поскольку я человек, который люблю новые технологии и постоянно изучая новые вещи, потому что они помогают мне зарабатывать больше, а также улучшать свои существующие процессы, да, быстрее их делать, оптимизировать. Я скажу так, что мой прогноз на ближайшее десятилетие, то, что, во-первых,
все больше и больше разных будет вещей роботизироваться, то есть люди будут терять работу. Ну, это такой более глобальный прогноз. Второй прогноз в том состоит, что люди будут уходить с социальных сетей, с ВКонтакте, с Facebook и так далее. Потому что там они не зарабатывают, так как могут зарабатывать здесь в Голосе, например, или в Стиме. И плюс нужно, чтобы люди быстро обменивались информацией, поэтому будут актуальны мессенджеры типа Телеграма. Поэтому, друзья, если вы хотите быть на пике в тренде и заработать быстрее других, так, например, в свое время люди заработали неплохо на Ютубе, на Инстаграме, а сейчас на криптовалютах, тогда я вам очень рекомендую зарегистрироваться в Голосе, и будет ссылочка на мой профиль, подпишитесь на мой профиль. То есть найдите мой профиль, да, найдите Ютубер, меня, и подпишитесь на мой профиль, потому что я собираю здесь очень много полезных, интересных вещей, как бы давать. Сейчас, секундочку, блог мой, вот подписка, то есть подпишитесь на мой, на меня просто, просто подпишитесь на меня. Вот, я сейчас, я, в общем, ссылочка будет в описании, там просто переходите и очень быстро сможете подписаться. Вот, соответственно, я тут буду писать, и вы сможете со мной взаимодействовать, комментировать, читать мой блог, и разные статьи будут вам очень полезны. Они будут по заработку, они будут по разным интересным проектам новым и так далее. Вкратце, вот такие вещи, которые хотел сказать. Вкратце по интерфейсу, есть тут лента, да, то, что произошло недавно, кто что написал и так далее. Между прочим, тут есть многие люди, которые известны в криптосообществе, они тут тоже пишут свои посты. Абсолютно разные направления. Есть, как видите, Тедди тут справа, можете биологию посмотреть, искусство, не знаю, блокчейн, заработок, все что угодно. Есть новое, новые посты, которые вот только-только-только появились. Есть актуальные посты, да, то есть которые, ну, люди интересно взаимодействуют, которые привлекли внимание общества. Есть очень популярные посты за определенный период, например, да, которые самые-самые собрали больше всего денег. И есть промо, то есть промо я до сих пор не знаю, что такое, сейчас посмотрим вместе. Да, может быть какая-то бета, я не знаю. Вот, можно еще открыть решетку вот здесь вот, да, посмотреть, почитать, что да и тут, что да как. Можно на свой профиль нажать и вашу ленту посмотреть. Точнее, не ленту, а вот блог. Блог нажимаем, тут можно как бы свой блог посмотреть, что вы писали, как писали. И если хотите написать какой-то пост, нажимаете «Добавить пост», пишите заголовок, описание и теги. Все. По сути, очень быстро, просто это все делать можно. Можно воспользоваться еще редактором, если уж так надо подправить что-то так и сделать какие-то ссылочки красивые. Вот, все очень просто. Стоит сказать, что на блокчейне Голоса еще можно делать будет приложения и куча всяких сайтов, проектов и так далее. Это будет очень интересный проект, поверьте, он будет дорожать с каждым днем. И кто первый сюда заберется, зарегистрируется, тот получит больше всего, как бы, ну, плюшек. И в будущем, если, по-моему, даже уже сейчас регистрация здесь как бы платной становится, она в будущем будет тоже платной. Поэтому, друзья, быстрее сюда заходите, пока есть возможность. Вот. Ну, естественно, есть кошелек. Из кошелька можно деньги свои выводить, причем можно на биржу выводить, можно с биржи, можно обмениваться с другими участниками. То есть, очень интересно все это идет. Я считаю этот голос активом. Я свои деньги отсюда не вывожу. Наоборот, я стараюсь, я сейчас буду, наоборот, тут активно себя вести, печатать, много постов и так далее, чтобы, по сути, наращивать аудиторию и увеличить свои заработки. Поэтому, друзья, голос must have. И аналог, если вы умеете на английском писать, в Steam, то тоже регистрируйтесь и пишите. Ссылочки на оба сервиса будут в описании. Не забудьте подписаться на меня здесь, потому что много потеряетесь, не подпишите, серьезно. Друзья, пожалуй, на этом все. Не забывайте, что есть телеграм-группа в чат и телеграм-группа в описании под видео. Есть обе ссылочки. В группе мы даем, помогаем новичкам. В чате мы делимся актуальной информацией. И плюс есть еще у нас розыгрыш. То есть, грубо говоря, я вам предлагаю какую-то из монет бесплатно, если вы участвуете в данном розыгрыше. Суть розыгрыша простая: подписаться на канал, включить уведомления в колокольчики и репостнуть в любой социальной сети, ВКонтакте, Фейсбук, в Твиттере это видео с хэштегами iTuber и хэштегом Биткоин. Вот делайте вот такой вот репост с такими хэштегами, и в конце недели я рандомно выбираю человека, который это сделал, и даю ему, в принципе, разные рандомные там валютки, то есть разные монетки. Это все я записывать буду. На этом все, друзья. Спасибо за внимание, и до встречи в следующих видео. Не забывайте, что голос за голосом это будущее, по сути. Это то, как будут выглядеть социальные сети в будущем, и какие из них будут популярны. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видосиках. Чао, пока-као.